Когда садится солнце и в Тринидаде и Тобаго наступает ночь, на берег выползают кожистые черепахи, крупнейшие в мире пресмыкающиеся, и откладывают в песке яйца. В настоящее время преданные своему делу местные жители предпринимают шаги для спасения этих некогда находившихся в опасности существ. Turtles were being killed in large numbers in Trinidad. I would see sometimes just a flipper missing or a few pound of shoulder meat, and I said, you know, I'm going to do something about that. На протяжении последних 26 лет Сьюзен Лахан и другие местные жители принимали всевозможные меры для защиты черепах, включая ночной обход пляжей для предотвращения браконьерства. Сохранению черепах также способствовал один удивительный факт. Прибрежный лес – это природный барьер, защищающий черепах, выводящих потомство и их яйца. Но, как и во многих малых островных государствах, найти средства для ухода за лесом было непросто. Поэтому Сьюзен разработала инновационную схему контролируемого туризма, благодаря которому можно защитить не только черепах, но и лес. В 2013 году эти туры позволили получить достаточно средств, чтобы обеспечить работой более десятка местных гидов и ухаживать за прибрежными лесами, которые так важны для выживания черепах. It's one of the few examples where local people themselves are raising the funds through turtle conservation and then reallocating these funds to maintaining their own forests. That's what makes it so interesting. Усилия по защите лесов и морских экосистем позволили этим новорожденным черепашкам начать опасное путешествие в открытое море. Трудностей по-прежнему немало, но важно то, что появилось новое поколение этих уникальных морских существ.